Hi guys, welcome back to Junris Vlog Reaction. For this video reaction, let's go to our favorite country, which is Russia. Privet and spasiba to our Russian friends, kakilat to all of you guys. How are you all? I hope you are doing well and fantastic. And the title of this video, as you can see on my thumbnail, that we need to do some reaction for today is We Are Russians. Credit to the owner also with the video to Andromedas 1. I'll put in the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click on subscribe button, click on notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some comments and suggestions related to any Russian videos or any videos that you can suggest from Russia, drop it in the comment section of the read and respond you all and make your video request. So let's get to it guys, enjoy. And I really want to hear also with you at the comment section, what are your thoughts with regards to this amazing video? Oh my God, I can't wait, I'm so excited. Спасибо to all of you guys. Wow. Thank you so much for this video. Почему русских не победить? Это знаменитое фото. Грузия, 8 августа 2008 года. После разгрома грузинской армии, ее отступающие части перегруппировались и решили вернуться в горе, но наткнулись на российский блокпост. На фотографии видно, как солдат ВСРФ наперевес с пулеметом противостоит мотопехоте ВС Грузии. Офицеры колонны угрожали пулеметчику, чтобы тот отошел с дороги и пропустил их. На что они услышали в ответ? «Идите на...» Затем с пулеметчиком пытались поговорить СМИ, которые двигались с колонной, и на что получили такой же ответ. В итоге колонна развернулась и двинулась туда, откуда приехала. Иностранные журналисты потом опубликовали статью под названием «300 не надо, хватит и одного». О чем думал этот солдатик? Что он чувствовал в этот момент? Разве ему не было страшно? Наверняка было. Или он не мечтал родить детей, внуков и прожить долгую и счастливую жизнь? Конечно же, хотел. Вы представляете солдата НАТО, стоящего вот так с пулеметом перед колонной противника? Я нет. Они слишком ценят свою жизнь. Тогда что с нами не так? Почему мы, русские, и другие? И почему иностранцы считают нас безумцами и непредсказуемыми людьми? Перед глазами моментально побежали картинки из других мест, где побывали наши воины. Вот и аэропорт Слатина, знаменитый бросок наших десантников в Приштину, на помощь нашим братьям-сербам. 200 русских десантников против натовских солдат. Что они чувствовали, стоя лицом к лицу с превосходящими силами противника? Я уверен, то же самое, что и наш солдатик в Грузии. Донбасс, Новороссия, 2014 год. Александр Скрябин погиб как герой, бросившись с гранатами под танк. Александру было 54 года. Он работал на тальской шахте горномонтажником. У погибшего остались жена и две дочери. Разве его чувства отличались от тех, что испытывал Александр Матросов, закрывая своим телом амбразуру немецкого дзота? И дело вовсе не в бесстрашии или наплевательском отношении к самому дорогому, что у нас есть – собственной жизни. Тогда в чем? Разве есть народ, который так отчаянно любил бы жизнь и все, что с ней связано? Мы живем с открытой душой, с гусарским размахом. Это мы приглашаем цыган и медведей на свадьбу. Это мы способны на последние деньги устроить праздник, накормить щедро всех гостей, а утром проснуться без гроша в кармане. Мы умеем жить так, как будто бы каждый день в нашей жизни последний. И никакого завтра не будет, есть только сейчас. Все наши стихи и песни буквально пронизаны насквозь любовью к жизни. Но только мы умеем слушать их и рыдать навзрыд. Только у нашего народа есть поговорки: полюбить так королеву, воровать так миллион. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Это от желания выпить эту жизнь до дна, испытать в ней все, что только можно успеть. Тогда почему мы, русские, стоя и глядя в глаза врагу, способны так легко с этой жизнью расстаться? Это заложено в нашем генетическом коде. И берет начало с тех самых времен, когда нога первого агрессора ступила на нашу русскую землю. Так было всегда. Во все времена. Изменились только кольчуги и шлемы,
Копья сменились автоматами. У нас появились танки, и мы научились летать. Но код остался прежним. И он срабатывает в нас всегда, когда наш дом собираются уничтожить или захватить. И еще он не дает нам покоя, если обижают слабых. Как это работает? В нас начинает звучать тревожная музыка, которую слышим только мы. Этот код звучит в нас колокольным звоном до тех пор, пока непрошенные гости не будут выброшены с нашей земли. И вот здесь происходит самое главное. В каждом из нас просыпается воин. В каждом от мала до велика. И это связывает нас невидимой нитью. И иностранцам этого не понять. Для этого нужно быть русским, родиться им. Когда нашей земле угрожает опасность, или где-то на земле обижают кого-то, будь то в Анголе, Вьетнаме или Осетии, наши снайперы становятся самыми меткими, танкисты – несгораемыми. Летчики превращаются в асов и вспоминают такие невероятные вещи, как штопор и таран. Наши разведчики творят чудеса, моряки становятся непотопляемыми, а пехота напоминает стойких оловянных солдатиков. И каждый русский без исключения становится защитником. Даже глубокие старики и маленькие дети. Вспомните дедушку из Новороссии, который накормил врага банкой меда, начиненной взрывчаткой. Это реальная история. А у нас таких воинов целая страна. Поэтому тем, кто собирается напасть на русских и ожидает увидеть на русской земле коленопреклонных россиян с караваями и цветами, придется очень разочароваться. Они увидят совершенно другую картину. И я не думаю, что она им понравится. Им суждено увидеть наших дедов, отцов, мужей и братьев. За ними будут стоять матери, жены и дочери. А за их спинами будут стоять герои Афганистана и Чечни, солдаты ВОВ и Первой мировой, участники Куликовской битвы и Ледового побоища. Потому что мы русские. С нами Бог. Видео подготовлено каналом «Наука и техника». Подписывайтесь на наш канал и ставьте оценку этому видео. Oh my goodness, this is a beautiful, like, this is a well-written poem. It can be a poem or something wrote this with a beautiful that we are Russian. You are truly Russian and you really have to defend your country and love your country and be proud to be a Russian. Oh my God, I really love it. The details of this message. Don't come with us. Don't mess with the Russian because something will be desperately happen to you. Oh my God, I love it. I enjoyed it so much. This is a well written. I love the way how it was so accurate for the Russian, and this is so true. From time to time, understand with the Russian or knowing with them how they are like very straightforward and very true to themselves and very proud to being a Russian. And this is such purely great and good message. I love it. Bravo to the writers of this amazing message, and the one who narrate, I love the way how he just narrated with this one. Believable. I hope guys you enjoyed watching with this one because I enjoyed it so much, and this is what I love with Russian because they are really true to themselves and they really want to protect themselves and be proud to be a Russian. They really are strong and powerful. I hope guys you enjoyed watching with this one, and if you do and if you really want to see the full video and connect with the owner of the video, I'll put on the description box below. If you like this video, guys, same as I did, just give a massive thumbs up. Like and share and subscribe also with my channel. And this is Junris Blagadag React saying, stay humble, stay positive, guys. If you want to connect, my social media account is in here. Thank you so much, Privet and Spasiba to our Russian friends. See you on my next video reaction. Have a good day, everyone. God bless and mabuhay po tayong lahat. Stay safe po.